В конференц-зале городской администрации собрались самые энергичные волонтеры округа, чтобы подвести итоги работы и отпраздновать ее завершение. В канун Нового года в городе проходила акция «Добрый город Артем», где 50 волонтеров нам помогали, 9 супермаркетов нашего города и одна аптека участвовали в этой акции. Денежных средств мы собрали 107 тысяч, еще товары собрали где-то порядка на 400 тысяч рублей. Всего где-то 500 000 рублей наши уважаемые жители города Артема, кто принял участие в акции, собрали для нуждающихся семьи Артема. Для каждого волонтера были приготовлены подарки и теплые слова благодарности. Эта акция меня привлекла тем, что мы помогаем детям. Они такие радостные, когда мы привозим какие-то подарки, и они светятся эти глаза, они нас обнимают, чувствуешь эту любовь, это тепло, и, ну, как можно остаться равнодушным, когда такие дети страдают? Мы, например, дарим им подарки всякие. Те вот люди, которым не жалко, они дарят нам, а мы в том числе им. Детей, у которых нет родителей, они не могут это себе позволить. Ну, как бы даже радость для них. Волонтеры дальше готовы участвовать в совместных с администрацией округа акциях и мероприятиях. Если от добрых дел мир становится лучше, значит, нужно вершить эти дела как можно чаще. Вот такой девиз артемовских волонтеров. Максим Шпагин, Станислав Нурик, городские новости.